Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут Мистер Фриман 315. Вторая часть моего прохождения модификации Xen Forces, то бишь силы, силы из мира Xen, да. Примерно так она переводится. Да, в принципе, даже не примерно, а так она и переводится дословно. Вот, мод русский. Да, впервые я играю, может быть, не впервые, а, по-моему, Паранойя тоже был русский мод для первого Half-Life. Вот, а вот для второй Half-Life вот этот мод, по-моему, для меня впервые именно вот, от русских разрабов. Но, тем не менее, он очень интересный, то есть наши ребята очень-очень хорошо вот, сделали такую стилистику уровней, все такое, то есть геймплей на высоте. Поэтому продолжаем, продолжаем. Кстати, у меня отряд пропал. Вы обратили внимание? А куда он пропал? А не знаю, куда он пропал, но он пропал. Думаю, кто там кряхтит? Вот кто. Вот кто кряхтит. Офигеть, двоих хедкрабов нормально приложил. Так, ящики, чтоб не мешались. Здесь что, здесь ничего у нас? Так. Что за черт? Это что такое нет. Было? Ты можешь это из-за аварии на базе. Это некий Джон Беккет. Ты шутишь? Джон Беккет. Это что такое? Офигеть, вы посмотрите на этот портал. Это в любом случае нам нужно двигаться дальше. Это действительно так. Ну-ка давайте сюда. Что тут у нас? Опачки. Ребят, штурмовик. Штурмовик сейчас будем гасить. Я понял. Намек понял. На тебе, падла. Запаришься. Три. Че, все что ли? Да ладно. Я-то думал, господи. Тут оказалось нифиг делать. Вообще нифиг делать. Извините, ребятки, сегодня не ваш день. Как я люблю это выражение. Не хулигань, родной. Не надо. Так, тоже неплохо. Так, наверное, вниз, да? Да. Наблюдай за ними. Так называется следующая глава. За кем наблюдать? Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это? Что тут вообще происходит? Успокойся, родная. Так, открыли ворота. Так, только единственное... Не, лифт не работает, да. Лифт однозначно не работает. Так, а это еще что? Станет частью пограничных миров.
судный день уже близко. Какой еще нахрен судный день? Дробовичок у меня полный, хорошо. Так, а здесь что? Делаешь успехи? Кстати, ребят, вы узнаете этот смех? Вы узнаете этот смех? Откуда он? Если кто не помнит, я напомню. Сталкер, ребят. Он со сталкера. Боль. Это. И страдания. Оттуда взяли, ребята. Именно со сталкера взяли. Так, успел вынести его. Их тут дохренища прям. Действительно дохренища. Так, здесь ничего. Ну-ка сюда. Ку-ку. Ку-ку, Федя. Ку-ку, мой мальчик, да? Очередная какая-то катсцена непонятная. Твою ж мать. Что бы это было? Это канал, да? Ух ты, что-то напоминающее белую рощу. Вы посмотрите, какой красивый пейзаж. Иди, иди сюда, иди, родно. Какие же вы настырные, падлы, а? Ведь правда настырные? Где-то еще бегают. Офигеть уровень, конечно. Карта жесткая, блин. Музычка такая, блин, доставляет. Тихо. Это что такое? А, бронька, да? Так, ладно. По крайней мере, здесь я больше ничего не вижу. Такого вот примечательного. Так, а куда идти, собственно? Кстати, какая-то дорога. А ну-ка, если сюда. Этот распрыг — это самое эффективное средство передвижения, тем более бег почему-то здесь не работает. If что-то со 40-й, 50-й, я так и не понял, что это значит.
Так, ребята, привет. Слава богу, кто-то из своих. Доктор Харин сказал мне пустить вас в лабораторию. Следуйте за мной, прошу вас. Давай, давай. Ага, вот этот, значит, лифт, да? Ворота в ад. Так называется следующая глава. А, ребят, мы застряли, твою мать. Еще раз. Все-таки глюк с лифтом, ребят, не только есть в первой части, но, как вы видите, иногда бывает так, что и во второй части тоже попадаются, да, попадаются такие моменты, где... Слава богу, кто-то из своих. Доктор лифт сказал, подглючивает. Лабораторию. Следуйте за мной, прошу вас. Так, ну ладно, с богом. То есть надо, да, подпрыгнуть именно в том месте, где вот такая херня происходит. Опять мы застряли, ребят. Так, а вот если я сейчас сохранится и загрузится. Во, все нормально, отлично, отлично. То есть засейвились, загрузились, и все стало так, как надо. Джек, Кляйнер. Вы все же дошли. Это очень хорошие новости. Мы скрываемся здесь уже долгое время. Мы хотим сбежать отсюда при помощи телепортации. Но нам не хватает энергии. Наши генераторы вырабатывают достаточно энергии для работоспособности комплекса. Да не боись. Ну и чё? Чё сделать? Те кристаллы, которые мы находили в Зене, могут вырабатывать очень много энергии, достаточно для запуска телепорта. Ну и? От меня-то вы что хотите, ребят? Телепортационный луч, проходящий через пограничный мир Зен. Челетти. У него, кстати, на спине написано. Не знаю, что значит. Так, за ним, короче, идем, да? Мы послали группу людей в Зен. Они установили там необходимое оборудование, но после этого связь с ними пропала. Для того, чтобы мы смогли получать энергию из кристаллов, нужно включить это оборудование. Мне очень жаль, но только ты сможешь это сделать. Понятное дело, кто ж еще? Нам хватит энергии, чтобы телепортировать тебя в Зен. Но чтобы вернуться, нужно будет включить оборудование. Пора за дело. Давай, пошли. Меньше разговоров, как говорится, больше дела, да? Знакомая комната, ребят, обратите внимание, причем воссоздали ее здесь очень, ребят, очень хорошо. Да, действительно хорошо воссоздали. Здорово, чувак. Да. Старые репки, старые, хотел сказать. Хорошо. Старые реплики из оригинальной игры. Сейчас иди на позицию. Когда он откроется, заходи в него. Ну окей, давай. Давай, давай, открывай, родной, давай. Открывай уже этот чертов портал, блин. Ну что, погнали? Добро пожаловать в мой мир. В
Breath of Xen, дыхание Ксена. Частью пограничных миров. Твой страх станет реальностью. Твоя душа останется здесь навсегда. Судный день уже близок. Какой кошмар. Напугал. Прям таки напугал. О. Здесь здоровье восстанавливается, да? Или нет? Что-то я не понял. Я так понимаю, восстанавливается только если... Не, вот, нормально, нормально. Идет восстановление. Опачки, это я где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твою мать! Это кислота какая-то, я так понимаю. Или чё это, блядь? Вортигон какие-то жесткие. А, вот, вот в этот мне портал, я так понимаю. Аккуратно. Ах, вы падлы, блин. На тебя. Достали, блин. Так, этот крабик. Так, ну что, идем дальше. Блин, где там их? Опа. Слушай, а вортигон-то прилично так отнимают жизни. Именно здесь. Так, у меня еще автомат есть. Опа. Успокоились, ребятки. Так, очередной портал, да? Наконец-то мне патрончиков немножко дали для дробовичка. Так вот, единственное, мне я немножко не пойму, что меня здесь ждет. Босс, что... Ага. Знаем, знаем. Так, а походу он сюда пройти даже не может. Это хорошо. Органические звезды с древними спутниками, которые колонизируют разумные грибы. Газовые гиганты, на которых обитает метеорологический разум. Миры, растянутые на мембранах, где измерения пересекаются. Свободны. Есть слабый пульс. Брикман, давай капельницу. Зажми ему рану, Уилл. Как пульс? Он умирает. Шон, приготовь адреналин. Черт, пульса нет. Дефибриллятор. Не чувствую пульса. Так, начинаем. Разряд. Давай, давай, давай. Бесполезняк. Мы его теряем. Бесполезняк. Шон, давай адреналин. Очнись же. Так, еще раз разряд. Да ладно. Это все, что мы могли сделать. Мы не смогли спасти спасителя.
но он спас нас. Мы продолжим его дело, ибо все имеет конец. Но станет ли конец началом судьбы? Судьбы, что случилось 20 лет назад. Судьбы, от которой нельзя было уйти. Конец — это начало. Когда-нибудь здесь загорится свет, который укажет нам путь. Время? Что такое время, мистер Уитон? Для вас оно всегда идет вперед. Оно неотделимо от вашей жизни. Но для меня его не существует. Время лишь призрачное расстояние между началом и концом. Но можно ли его изменить, повернуть вспять? Я знаю ответ, мистер Уитон, но не имею права сейчас вам это говорить. Я могу показать вам то, что случилось в ваше отсутствие здесь. И помните одно. То, что случилось, случится еще раз. Еще раз. Еще раз. Что, ребят, я хочу сказать, что, в принципе, очень философский монолог мы сейчас слышали в конце. Действительно, время, я считаю, что это призрачное расстояние от начала до конца. Можно ли его изменить? Ну, все в руках того, кто, в принципе, обладает временем. Каждый из нас обладает своим временем. Как-то так. Вот. Мы видим надпись, что, в принципе, нас ждет продолжение этого мода. Я его буду с нетерпением ждать. Он мне безумно понравился. Кто еще в него не играл, очень советую. Проведете, в принципе, 1,5-2 часа в жизни. Очень даже неплохо. Огромное спасибо, кто смотрел. Приходите, ребят, на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы обязательно с вами еще увидимся в не менее интересных прохождениях. В жизни, как обычно, всем желаю нажимать на курок только в игре. Берегите себя. Всем пока.